А происходит? Что за скандал? Пришли режиссеры из кино, хотели так снимать. Так. Никого не пускайте. Я сказал, вас нет, выгнали. Правильно, правильно сделали. Спасибо большое. Большое вам спасибо. Какие съемки? У нас своя работа есть. Будем снимать кино. Все, куда будем стоп, сниматься? Стоп. Куда? Сниматься, поскорее сниматься, пожалуйста. Я не хочу сниматься. Что вы волнуетесь? Всего 5 минут, и вы свободны. Сколько? 5. Миш, да. Ну давай 5 минут, целая шайка будешь брать. Шайка, да, ну давай. Да. Кнопочка, костюмы. Минуточку. Какие костюмы? Вот, пожалуйста. Это ваше. Мне? Берите. Это ваше. Палочку, шляпочку. Все. Все. Давайте одевайтесь, скорее, у нас 5 минут. Одевайте кепочку. Да. Кепочку. Так лучше. Типичный работяга. Значит так, я объясняю задачу. Так. Вы берете бревнышко, весело поднимаете его, весело переносите, опускаете, садитесь, достаете платочки, вытираете пот и все. И все? Да, 5 минут. Ну, 5 минут. Ну, давай. Итак, внимание. Да. Это, стоп, да. А где это ваше бревнышко? Бревнышко где? Где бревнышко? Все готово. Дайте бревнышко. Вот сюда. Ничего себе бревнышко. 5 кубометров дров. Итак, внимание. Что? Камера. А нам никто помогать не будет. Начали. И понесли. Хорошо. Не беги. Осторожно, Юрик. Остановились. Опустили, сели, достали. Стоп! Ну я же вам только что объяснял, что все нужно делать весело. Весело поднять бревнышко и весело его перевести. Понятно? Рискорбь эту штуку. Рыжая! Не надо перекат, давайте быстрее, давайте. 5 минут. Осторожно, Юрик! Начали! Давайте скорее, мы снимаем, давайте, плёнки, давайте. Вот весело подняли и понесли. Весело, давайте. Вот, хорошо, очень хорошо. Весело.
снял? Откуда? Куда? Да ты меня слушай! Не надо тебя! Стоп! Сначала все! Готов! Не надо думать, что берите! Начали! Толкайте! Хорошо, еще раз! Толкайте! Стой, еще раз!